Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 1987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, то бишь Нефрит. И сегодня мы продолжаем прохождение Parasite Eve. Да, давно я не проходил. Фух, не забываем ставить люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. Ну а мы продолжаем. Так, смышка мне не нужна. Так, сейчас будем вспоминать кнопки. Так. И где я был? А ну-ка, где здесь сигнализация? Вот мы оттопырились где-то, где сигнализацию она ищет. Так. Что я тут делал? Блять, походу я сигнализацию искал. Записка? Записка, сука. Это не записка, сука. Это, сука, не записка. О! Ящик. МП5-ыч. Против моей пушки он, конечно, не попрет. Так, а если мне его сконструировать с чем-нибудь? Смотрим, МП5-ыч. Ну, с моей пушкой, да. Моя 88. Ну, тут плюс один. Как-то... Бля. Может, что-нибудь попизже еще найду. Ай, минуточку. Ева? Хоть там Ева, это как паук какой-то. А, у нее 4 руки теперь. А, охренеть. Где же она? Эта комната, где она? Сука, где это? Она на 4 этаже, сука, все понятно. Ну то. Отлично, я же не понимаю, куда мне идти. Там что-то тоже мигает. Там что-то мигает, бля. Вот она. И ее включили. Кто она? А, сигнализация. Выключить сигнализацию, сука. О. А можно снова ее включить? Сигнализация выключена. Сука, нет, не можем. Сейчас я давай ничего не стало там. Так и живет на 4 этаже. Че, блядь, ничего нету. Тынс, тынс. Эх, хрен с этим всем. Мы идем дальше. Ой. Блин, тебя нажал. А я? Ага. Все, я вспомнил, как сохраняться. Я же говорил, что, сука, не к добру этот динозаврик тут. Тирекс этот. Сейчас меня терроризировать, сука, будет по любасу. Как он смог зарычать? Он же легких нет. Ни легких, ни этих. Ни трубки этой, которые рычать. Ну, может, трубка-то есть, но... Я не могу поверить. Так вот, как она контролирует неодушевленные предметы. И вообще, все. Она безумна. И тут я с тобой... А я даже не поспорю. Если туда пойти... Махач. Ну что, у меня пушка, да? Сука. Жжжж. Сука, она выжила. Ой, блохи. Так, ветра нет, блоха. Бить решила. Ах ты ж.
Ложка, манда, ложка. Заберемся. Вот там сундук. Сундук, сундук, сундук. Оживление. Сколько, блядь, у меня уже оживлений? Аптечка 4, аптечка 3. Аптечка, 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 аптечка. А где оживление? А, вот, одно оживление. Блядь, что, все, что ли? Два оживления, три оживления. Четыре оживления. Все, я, блядь, я уже дунькой могла быть бессмертной. Блядь, куда мне идти? Сюда, может? Я включился, я выключился на это, но дверь не открылась. Мне нужен ключ, сука. Блядь, и куда мне идти-то? А я? Ну, опять махать. Опять булочки эти. Здесь только в закрытом пространстве. Здесь неудобно. Сука. Чик-чик, перезарядка, блядь. Буду. Блядь, буду. Буду. Блядь, что-то меня вообще пиздорят. А я под хпшусь. Выключение 2. Сука, ложки. Играйте, играйте. Умирать. Что-то напоследок ушатало ведь. Плохие ложки. Сундук. А, это я как ходил обратно ему, да? Кстати, куда мне идти-то? Так, сам лестница была наверх, кстати. Блядь, ребята, я вообще сейчас уже ничего не помню. Блядь, ну конечно, как без махача-то. Жабы. Сука. А, зарежут. Че, еще не сдохло, что ли? А мы аптечка 2 потом попозже захаваем. Ну, пока. Отлично. С хп, блин. Так, что у нас там наверху-то? Мне нужно найти какую-то дверь, к которой мне можно будет выйти. Но пока я походила на эту дверь, меня тут залежут до смерти. Да, мне не взять уже. Никакие сил мне не надо. Сами садитесь. Я уже сигнализацию, но дверь не открылась. Сука, где ключ-то взять? Что за ебань? Прибас, он, может, лифт заработал. Хрен знает, я вообще ничего не понимаю. Там не идти. Ходил, что-то здесь я сам оставлял. Потому что везде ходил.
Хотя там аптечка лежит. Так, бля. Ладно, никого, махача не произошло. Так, блядь. Птеродуктиль. Люблю порыбачить. А, не можешь меня попасть, да? Ебучая птица. Вот так вот, нахер тебя. Может быть, обучены. Пойдем сюда. Я так думаю. Я не уверен. О, лифт горит. Есть. Я копы. Блядь, Джамбо. Вы, вело, трапторы. Сука. Ха-ха-ха, блядь. Стой, знаю, куда аптечку использую, бе-бе-бе. Чё выжил, что ли? Топ-топ-топ. Чё, блядь, поедем. Тут лесенка открылась. Она ведет тоже, наверное, на четвертый этаж. О, в этой локации я не был. Стопудово. О, блядь. Как мне, сука, туда теперь попасть? А мы есть на четвертом все-таки, да? Поехали на первый. Не, пока сохраняться не будем. Я не хочу, куда мне идти? Где мне клюк взять? Может, наверху? Ох, Андрюха, как ты иногда нужен, я все забыл. Не помню, где клюк. Клюк где? О, мы можем к этому придурку попасть, значит. А, мне туда поход делать надо. А, профессор Кламп, не двигаться. Подними руки так, чтобы я их видела. Ух, какая у меня она злая. Слушайте, Мида? Привет, Ая. А, да, нужно было проверить одну вещь. Придурок опять здесь. А, можно мне опустить руки? Ты вернулся сюда один? Нет, сначала со мной был Дэниел. Ну и где же он? Да, он ушел уладить что-то в больнице. Он должен был идти сюда. Он должен быть идет сюда. Должно быть. Твою мать. За последнее время возгорания не наблюдалось, и я
Я, знаете ли, я попросила Вейна сделать это. Возьми это. Что это? Что мне, сука, какую-нибудь дефлюшку сейчас сунет. Да, я объясню попозже. Но надеюсь, оно будет эффективно против Евы и ее созданий. Спасибо вам. Я подожду и посмотрю, что она может. Сука, Кольт. Муа. Типа мне надо что-то обменять, да? Что мне нахрен не надо? На тебе, по пятой. Стреляй, Мия. Я кое-что обнаружил. Да. Во-первых, в морозильнике находится сыворотка из крови. На ней написано «Майя». Имя моей сестры и... Ну, емкость носит кодовое название «Ева». «Ева? Тогда Ева в действительности?» Получается, что она создание из клеток печени... Сука, я не нажал нечаянно. Что ты имеешь в виду? Зачем? Я не знаю, больше данных не осталось. Но я думаю, доктор Кламп занимался этим год. Похоже, в последнее время он исследовал искусственную сперму. Интересно. Для Евы, конечно. Для Евы? Да, он хотел выделить митохондрии. Из 00 спермы и создать новую сперму. Сперму без паразитов, сперму, в которой только ядра. Сперма без митохондрия? Да, он взял сперму, которую создал здесь, и отнес ее в больницу. Там он мог бы искусственно оплодотворить тех, кто хотели бы участвовать в эксперименте. Тогда зачем нужен больничный список? Профессор Кламп? Вам, обычным существам, никогда, никогда не понять сути моих исследований. Профессор, вы арестованы, как зачинщик преступления. То, что вы сделали, от ответственности вам не уйти, вы это понимаете? Ха-ха-ха-ха-ха, как ты банально, Бри. Почему ты выступаешь за людей и исполняешь их бессмысленные законы? Они бессмысленны. Ты это понимаешь? Ха-ха-ха-ха. Я вижу, ты не сказала своим маленьким друзьям пока. Твоя митохондрия обладает особой силой. Не так ли, Ая? Ха-ха-ха-ха. Но, к сожалению, ты все еще в человеческом облике, да? Вы можете говорить все, что угодно. Я здесь, чтобы арестовать вас, профессор. Я не позволю вам вмешиваться в эксперимент с Евой. Понятно вам это? А я... Опять злой негр наш. Негр-психопат. Дэниел, спасибо, я не заметила скальпель. Как раз вовремя. Почему ты не стреляла? Тебя могли убить. Я не знаю. Это казалось нереальным. Больше было похоже на Кламп. Эх. Он снова в сознании. Долис, на помощь! Да? Офицер Долис, а почему вы не выстрелили в меня? Чего? Я знаю, что вы ненавидите меня. Чё ты хочешь сказать, Конечно, я тебя ненавижу. Из-за тебя, Лоррейн. Лоррейн. Так твой паренек сумел убежать? Ты! Надо было пристрелить тебя однажды. Ты за это заплатишь. Ха-ха-ха-ха, посмотрим. Что вы намерены делать, профессор? Ха-ха-ха-ха, вам это понравится. Я жду рождения сверхсущества.
Митохондрия переходит со стороны матери, но также можно заметить следы и с отцовской стороны. Ева говорит, что ее сестре в Японии не удалось достигнуть цели, потому что митохондрия отца стала причиной выкидыша. Для того, чтобы у Евы все получилось, я создал сперму без мужской ДНК. Я добился успеха. Ева сейчас беременна в теле Мелиссы. Беременна? Как это возможно? Черт! Ая, надо убить Еву! Вперед! Ха-ха-ха, вы люди так слабы, так глупы. Вы могли бы все исправить до этого момента, но теперь все изменится. Я не позволю вам больше вмешиваться в эксперимент. Ева, ты меня слышишь? Тебе не надо больше ждать, я готов. Что? О чем ты говоришь, черт? Да не бегите, она сейчас здесь все взорвет. Итак, сила твоей митохондрии не позволяет тебе сгореть. Почему? Почему ты еще здесь и пытаешься меня спасти? Во-первых, я офицер, и это моя работа. И кроме того, я человек. Как я уже заметил, люди так банальны. А вот и ключ. Даже не знаешь, на что поменять, блин. Все, нам больше не интересен, да? Он умер? Сейчас нужно бы на третий этаж. Да, потому что... А если сюда прыгну? Ух ты, здесь даже махать с кем-то. Вообще не расслаблялся я, да? Что прохода точно нет. Но он уже не хочет лезть. Зря вдруг заходил. Ну, побились зато немножко.
А, нет. Все правильно, пошли мы. Ну да. Ой, оперный театр. Первым делом она пошел. Всегда критическими ураном делом. Сейчас здесь откроется, походу, дело, да? Ага. Так, я уже знаю, что сейчас тут будет. Ладно, пока сюда я не пойду. Я начну внизу хоть все прошарить. О. Сука. Очи, кто тут, да? Очи какой. Нихера ты тут забил-то свои. Сука, еще я травил гандон. Ну что, уровень подняли. Пошло это лечение радиации. Здоров, как бык. Тут что у нас? О, используем ключ к лампе. А мы тут что попадем? О, блядь. Это где это мы? Там что загадка, там загадка. Бля. Нехорошая местность. Что-то птеродуктиль, потому что. Надо птеродуктиле целиться, все. Но дело надо птеродуктиле убить. Ах ты ж гадина. Поэтому мы прокачали. Ой, мы же еще и кольт не поменяли. Сколько всякого там еще не сделали. А че, его не могу просто так использовать, да? Хорошо, если просто его в руку возьмем пострелять. Ну, если он шняга, хотя я понимаю, так, 25 миллионов лет назад содержание кислорода увеличилось, почему? В связи с бактерией, метеород, отколовшийся от гамета галея, реакция между газами и H2O. А вот это, хрен. Метеород, отколовшийся, вот. Блин, да ладно. В связи с бактерией. И что, мне ничего не дадут, да, сука? Тут я не угадал, пардон. Чё тут ничего нет?
так, мы еще ВП там не увеличили. Там вместимость поднять. Прыгать в окно? Нет, пока не хочу прыгать в окно. Я еще ехать-то хочу, где я? Ну, все понятно. Все окей. Ну вот как раз махач. Вот проверим пушку миды. Что, блядь? Я же объясняю, что я буду убивать. Сколько потом я просадил. Мы с вами узнали, что это пукалка срань вообще. Его только в один момент надо будет использовать. Сейчас он нам нахрен не нужен. Да, я вышел туда, куда надо, пойду сохранюсь. Так, ты сохранять собираешься или нет? Так, ребят, всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Nefrite987. С вами был Неф. Не забываем ставить Люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставлять ваши комментарии. И всем до новых встреч. Пока-пока. Let's rock!